Всем привет! И в этом видео я вам расскажу, как можно сделать наклейки в домашних условиях. Итак, для этого нам понадобится лист с изображением, двухсторонний скотч, прозрачный скотч или самоклеющаяся пленка. Итак, первым делом находим нужное нам изображение. Нажимаем «Открыть в полном размере», после чего сохраняем его. Далее масштабируем в любой для вас удобной программе. И распечатываем. Полученное изображение обклеиваем скотчем. Хорошо проглаживаем плоским предметом. С обратной стороны проклеиваем двухсторонним скотчем. Также приглаживаем плоским предметом. Наша наклейка готова, осталось только вырезать. Ну что, вот такая наклейка у нас получилась. Сейчас я покажу наклейки, которые я делал ранее. Если пересмотреться на этой наклейке, можно заметить швы. Поэтому для больших наклеек лучше использовать самоклеющуюся пленку.